Привет, мы находимся на ежегодной выставке Мосбилд в Крокусе. Здесь представлено большинство фирм-производителей разных паркетных досок, инженерные доски, кварц, винил, ламинат и вообще всего-всего нового в мире напольного покрытия. Сейчас мы находимся рядом с выставкой Alpine Floor. Это производитель кварц-винила и натуральной древесины. Вот. Это, например, здесь выставлена одна из их самых популярных коллекций, кварц-винила 8 мм. Но это не совсем SPC, в простонародье кварц-винил. Они ее называют ABBA. Это слой LVT, SPC и опять слой LVT. Выдерживает колоссальные нагрузки, точечные, на небольшой объем. У нас вся продукция этой компании представлена в наших фирменных салонах Полы-24. В общем, всем рекомендую этого производителя, довольно достойный вариант, где соотношение цены и качества в полном балансе. Подошли мы к стойке Demi Floor, вот познакомились с генеральным директором Владиславом. Приветствую. Вот, я знаю, Demi Floor граница именно кварц-винила. Вот, я знаю, что есть у вас своя белорусская крутая деревяшка. Я с ней не знаком. Расскажи, пожалуйста, про производство. Что это такая за история и вообще, круто ли или нет? Ну, вообще, смотри, крутая деревяшка белорусская. Почему она крутая? Потому что сейчас на рынке много паркетных досок, которые шпон идет там 1-2 мм. Да. Это, конечно, хорошо, но фишка в том, что паркетная доска, в этом она должна быть большой для того, чтобы ее можно было реставрировать. Чем больше мы реставрируем раз, тем она у нас дольше служит, и в этом кайф. Слушайте, расскажите, пожалуйста, Владислав, по поводу кварц-винила. Вот у нас сзади вас есть образцы именно того, что у вас уже есть в замковом плане. Это английская елка, венгерская елочка и классическая доска, ну и камень. Подсказали, что что-то будет новое. Что? Современное и интересное новое, хорошо забытое старое, LVT-плит. Начали производить LVT-плитку в этих же коллекциях во всех. Это палуба, камень, шеврон, английская елочка в 2,5 толщине. И та же технология на сенезащитном слое, тот же защитный слой. У клиентов в основном существует вот современных людей два прям очень важных вопроса. Это вот что такое SPC, что такое LVT? Принципиальная разница, если очень коротко. В чем? Очень коротко. LVT – это ПВХ, да, это LVT. А SPC – это в основе идет камень и чуть-чуть ПВХ. Вот это принципиальное отличие. Они безопасны, потому что используется первичный ПВХ. Первичный ПВХ здесь. Здесь тоже первичный ПВХ, но 75% камня. То есть термопластичная масса. Да. С каменным ламинатом работать сложнее. Почему? Потому что много очень моментов, и SPC-ламинат не прощает ошибок. Это новая коллекция, которая скоро появится у нас в ассортименте. Это идет инженерная доска, в которой состав состоит березовая фанера и белый американский дуб. На российском рынке нету американского белого дуба. Вы говорили, что получается вы хотите ее завозить либо в 130, если не ошибаюсь, либо в 147. 137 или 147, да. Но мы еще тестируем, пробуем, что будет лучше работать, потому что доска длинная, 2.10, да? Это одна доска. Одна она доска, разнодлинка. Да, она идет разнодлинка. Все говорят, вот тот, кто с вами работает, что доска у вас действительно крутая. И вот решили как бы сами познакомиться. Кстати, если есть желание подсказать, 137 или 147, какую ширину вы бы себе домой постелили? Это очень важно знать, кстати. Мы дадим фидбэк. Да, и у нас еще есть время, мы потому что еще не приняли окончательное решение, какую взять лучшую ширину. Поэтому вы нам очень поможете. Ждем от вас информацию. Спасибо. Классно. Это дочерний бренд той же компании Alpine Floor с таким же качеством и со своими уникальными цветами. Цвета действительно интересные, но больше тут наклон именно в консерватизм. Некий лайфхак. Если вы хотите качество Alpine Floor только чуть дешевле, присмотритесь к бренду Norland и Plesna. Очень рекомендую. Ведь там есть такие же технические характеристики, только немножечко дешевле.